Йоу, привет! В сегодняшнем видео я показываю основные способы, как экспортировать гифку из Adobe After Effects. Я покажу три самых простых и самых незаморочливых способа, как это сделать. Прыгаем в After Effects и поехали! Мы в Adobe After Effects, и сейчас я покажу первый способ, как экспортировать гифку. Первый способ самый простой, самый незаморочливый, но у него есть одно ограничение. Мы не можем экспортировать гифку с альфа-каналом, то есть с прозрачностью. Но прежде чем мы начнем экспорт, я предлагаю вам сразу задавать правильный размер гифки, какая она должна быть в финальном варианте. Потому что по своему опыту я могу сказать, что когда вы уменьшаете размер вашей гифки уже программно, вы можете терять в качестве, то есть она будет немножко такая размытая. Поэтому я перетаскиваю готовую композицию в новую композицию. И сейчас я буду задавать параметры. То есть я хочу, чтобы моя гифка была в 800 пикселей в ширину и 500 в высоту. Также фреймрейт. Мы можем поменять его. У меня стоит 24. Можно поставить на 20. Для того, чтобы уменьшить размер финального видео. 20 кадров, в принципе, для гифки достаточно. Нажимаем ОК. Все, дальше все, что нам остается сделать, это перейти в Composition, Add to Media Encoder Queue. Открывается Media Encoder, и здесь в параметрах формат мы задаем Animated GIF, то есть экспортировать как гифку, и открываем там, где пресет, настройки, и смотрим, что мы можем здесь поменять. Итак, настройки, которые мы можем поменять, качество 100%, ширина, высота мы уже задали, то есть нам здесь ничего не нужно менять. Фреймрейт 20 тоже мы задали. И в принципе все. У нас мало параметров, которые мы можем настраивать. Нажимаем ОК и давайте зададим, куда ее сохранить. Я назову GIF Media Encoder. Сохраняем и нажимаем Render. Все происходит супер быстро. И вот наша гифка. Она зациклена, но единственная проблема, я хочу экспортировать гифку с альфа-каналом, с прозрачностью. И этот способ мне не подходит, поэтому я показываю второй способ. Второй способ, самый оптимальный и самый гибкий, но для этого нам нужен Adobe Photoshop. Я надеюсь, он у вас есть. Поехали. Возвращаемся обратно в нашу композицию, готовую к экспорту. Идем в Composition, Add to Render Queue. И здесь мы задаем параметры. Открываем Output Model. Здесь мы ставим QuickTime. И Video Codec мы ставим Animation. Нажимаем ОК и каналы RGB плюс альфа, потому что я хочу экспортировать гифку с прозрачностью. У меня, кстати, на канале есть отдельное видео по тому, как экспортировать видео с прозрачностью. Вы можете посмотреть его и выбрать, возможно, другой способ вам подойдет. И дальше следовать советам из этого видео. Задаем путь, куда экспортировать. И нажимаем рендер. Молниеносно рендерится все. Окей, наше видео отрендерилось, и все, что нам нужно сделать, это перетащить его в Photoshop. Отлично, вот мы видим нашу анимацию с прозрачностью, то есть задний фон у нас прозрачный. Окей, дальше нам нужно это все дело экспортировать уже в гифку. Для этого мы идем в файл, экспорт, save for web. И здесь нам нужно выбрать один из пресетов, которые здесь есть, например, GIF 64, Dithert. Окей, я нажимаю Save и сохраняю в нашу папку. И вот мы видим нашу гифку. И третий способ, самый быстрый и самый оптимальный, очень экономит много времени, но требует чуть-чуть вложения денег, потому что мы будем использовать платный скрипт GIFGAN. Прыгаем в After Effects, поехали. Здесь мы уже можем не создавать дополнительные композиции, мы можем работать и с оригинальной. Для этого способа я буду использовать скрипт GIFGAN. Вот мы его открываем, переходим в настройки, можем задать кучу параметров, сделать ли resize, можем задать framerate, количество цветов и куча других настроек. Я оставляю все по дефолту, я ставлю resize на 800, как раз то, что нам надо и сделать. Выбираем путь, куда нам сохранить гифку, в рендер, ОК, и Make GIF. Буквально пару секунд, и гифка будет готова.
Вот открывается папка, и вот мы видим гифку. Да, единственный момент, я не задал здесь параметр keep alpha. Я это сейчас исправлю, нажимаю добавить альфу, нажимаю done, возвращаюсь обратно в композицию и нажимаю make gif. Все, готово, вот наша гифка, вот с фотошопа, вот с гифгана. Вот такие способы для экспорта гифок из Adobe After Effects. Пользуйтесь, спасибо за внимание, до скорых встреч, всех обнял, пока!